Гей, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Минори. Да, я, короче, немного себе заспойлерил, что же там находится в этой стороне, в конце. Оказывается, там у нас то, без чего мы не пройдем дальше. Да, как бы это ни было глупо. Однако, у нас выходит одна ситуация. Нам некуда идти. Вариантов не очень много. Туман пройти мы не можем, потому что он нам там мешает. Ну и в принципе все. Хотя я могу попытаться пойти в правую сторону до конца. Я вот не помню, что там было у нас. Ну просто не вы, понимаете? Там челик был 25 уровня, и он смог одолеть рыцарей. И то он рыцарей наносил, как сказать, убивал с каких-то 4 ударов, а я убиваю с 6-7. Не говоря о призраках, он призраков тоже довольно быстро убивал. А, я не знаю, сложность у меня, по идее, нормальная. Ладно, давайте сюда сбегать. А, точно, точно. Забыл. Забыл. И как же мне тогда, так сказать, пройти далее? Наверное, самым простым способом пройти дальше мне будет это зачистка. А, так он тоже наносит такой урон? А, тогда понятно, что мне тогда дамажило. Блин. Хм. Окей. Ну, за этих 20-ку дают, на них можно, в принципе, немного, да, нафармиться. Так это немного невыгодно выходит. Так, а что же у меня здесь было? Почему я сюда не пошел? А, стой, внизу у нас, да? Один. Вот какого черта так много мне дамажат? Ой. Окей. Новый уровень. Что с новым уровнем повышается, непонятно. Давайте попробуем. Ай, боже мой. Ну это... Ладно. Самая простая комната. Я не знаю, почему такие враги там сложные. Вот я убиваю... Хер знает с какого раза. Он же убивает вот этих с одного такого вот прокаста. Я не знаю, может есть какое-то улучшение для меча. Фиг его. И у меня не выходит. Рыцари я тоже не убиваю с 4 ударов, это точно. Не, можно, конечно, знаете, бегать туда-сюда просто для прокачки. Это как единственный так... А-а-а, даже так.
Ха. Ребят, вы меня тоже не видите? И читы на невидимость. Называется «Пройди как сможешь». Сори, так невозможно играть. Фу, пронесло. Это, походу, и не из-за взрыва, понимаете, так херня произошла. А заметьте, что эти зачищены. Вот что самое удивительное. Места с врагами зачищены. Так, стоять. Сейчас мы будем мудрить. Так, если верить, то должно сохраниться. И я считаю это идеальной вещью, как можно все это пройти. Не знаю, почему я этот баг не увидел раньше. Поехали. И заметьте, что он работает. Все равно куснули. Ага, видите? Так, здесь я понимаю, что мне нужно зайти в предметы. Предметы. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Отлично. На самом деле, это довольно хороший план. И он довольно успешный. То есть, считая... А, это, ну, может быть, это типа за арену считается, да? Поэтому я могу такие проводить, как сказать, манипуляции. Понимаете, в чем прикол? То есть мне не нужно долго играть, и вы можете просто заюзать такую же тактику. Ну, на самом деле, она работает отлично. Так, ну, дальше я не знаю, что будет. Надеюсь, тут ничего не будет. О, все. Вот, туман развеялся. Как вы понимаете, о тумане, о котором сейчас идет речь, это тот туман, который нам не давал прохода. Да, это сюжетная локация, я не знаю, почему враги настолько сильные. Надеюсь, босс будет не на в 100 раз сильнее. И главное то, что я не могу улучшить себе какие-то характеристики урона. Так, и того, что мы можем сделать? В принципе, мы можем подняться наверх. И все.
А что у нас тогда слева было? Почему я туда не пошел? Почему я не пошел в эту сторону до конца? А, все вспомнил, там же этот закрытый проход. Вспомнил. Значит, мне нужно возвращаться. Идем мы сюда. Так, там мы через призраков поднимаемся. Полетели. Все равно враги эти дамажат довольно сильно. Как бы там оно ни было. За мной идет погоня. Что меня, конечно же, не радует. Фух, отлично. Можем как раз зайти и посмотреть, что у нас там в библиотеке. По идее, в библиотеке у нас улучшение. Да? Что там у тебя есть? Лавка. У нас есть 4 монеты. Раз в 10 секунд восстанавливает ХП. Это я уже купить не могу, потому что у нас уже куплено. У меня как бы есть 2 варианта. Черный фамиан. Что она же без двигаться. Ну, это скорее, чтобы типа меня не отбивало и. Типа, ну это не бессмертие. Вот это вариант. Следующий куплю черного. Дальше. Фами. Так, стоп. А, блин, она же острый. Лучше здесь на самом деле. Пускай будет отхил, чем за убийство. Потому что так я могу хотя бы приостановить запись, постоять на месте и отхилиться. Ну это, конечно, по 7 хп. Довольно долго, но все же. Работоспособно. Почему здесь никого нету? То есть видно сразу, что похоже на арену. Да ладно. Да ладно. Да ладно, там внизу еще проход был. А сказать не? Пипец. Ладненько. Сейчас быстренько прошмыгнем. Готово. А, так стоп, я здесь уже был. Чего-то я не понимаю. Что за бред? Тут тоже как бы ничего нету. Что за бредятина? Я впустую сюда иду. Почему я так говорю? Да, потому что оно так и есть. Мы что-то уже ломали.
Прикол будет, если нет. Да, мы тут ломали. Хм, странно. Новый уровень. Замечу, что этого рыцаря здесь нету. Ау, привет. Все-таки есть. И что мне делать? Там я все сломал, алло. Карта. Все закрыто. И я не врубаюсь. Вниз мне не попасть по низу. Поверху тоже не попасть. Ну и все, в принципе, без выходности. Ладно, гоут, снова попытаемся в ту сторону пойти. Я выключил туман. Но мне все равно говорят, что как бы нет. И вот куда мне? И куда мне? Из предметов у меня только один меч. Так она не запрыгнет. Не достает. Ты ж ё-моё. Без понятия, вот честно. Вообще без понятия. Хотя у меня есть ключ. У меня есть ключ. Ладно, плевать. Префамианы. Подожди. Восстанавливать два. Блин, я не знаю на самом деле. Ну, такое, такое. Мне все равно херня бесит, то, что я не понимаю, куда мне идти. То есть, по факту, здесь я был. Здесь я сломал. Слева я сломал. Где еще? Может, я что-то да и сломал? Гу по фасту в ту сторону. Так, все на месте. Привет. Просто это чертова беготня. У меня есть домысел, где может это быть. Но снова же смысл. Ладно, погнали обратно. Давайте сюда. Хотя,
5 сек. Здесь тоже мы сломали. Го, короче, в левую часть. Потом, когда найду, я продолжу. Может быть, мне нужно с ним поговорить, я не знаю. Боюсь, у меня дурные новости. Тайный ход, о котором я говорил, совсем недалеко, прямо перед нами, если точнее, но он, в общем, как я понят. О, смотрите, кого я тут нашел. Это, короче, сразу же снизу, вот здесь. Где мы были? Ах, ах. Ага, сестра. Прошу, опустите меч, я не ведьма. Знаю, в это сложно поверить, но... Я человек, девушка. Меня зовут Альмун. Я участвовала в вылазке Инквизиции в соборе небольшую неделю назад. Ах, мои союзницы. Боюсь, все не пали. А меня превратили в слизняка. С тех пор я прячусь. Другие ведьмы меня не трогают. Может, теперь они считают меня одной из них? Даже не знаю. Вы мне не верите? Ну, и то, что ты разговариваешь вообще. Верю. Я рада. Очень рада. Вы одеты, как монахиня из Алавида. Не могли бы вы мне помочь? Здесь очень холодно. Прошу, принесите мне что-нибудь теплое. О, это бусины из слоновой кости. Очень теплое. Спасибо большое. Ох, какая ностальгия. Я так скучаю по сырному хлебу. Спасибо, спасибо. Вот, возьмите фамиан, который я тут нашла. Nice. Создает вокруг персонажа исцеляющую ауру. Повышает эффективность целительных фамианов на 5. Но может привести к отравлению, ясно. Озерный, благословенный, бесценный. Дает небольшой шанс пережить смертельную атаку. Ну, такое. На 15. Так, это фамиан старого синелиста. На 15% повышает опыт, получаемый от врагов. Блять, ладно, нужно, короче, этот фармить и... Вот эти еще две. Уже уходите? Удачи, я буду болеть за вас. Самый интересный факт то, что... Я так и не нашел ни хера то, что мне нужно. Поэтому потом продолжим. Так, ладно, у меня появился доступный новый разговор. Давай. А, точно. Альма такая милая, я очень рада, что нам удалось ее встретить. Альма это, наверное, имеет в виду ту, что наверху. Окей, я нашел дверь. И я открыл дверь. Вот, 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 проход. Квадратика тут не было. И... Думаю, таймер можно продолжить. И тут есть проход. Да, ладно. Серьезно? Ни хрена. Так, тут дверь, да? Нет. Серьезно? Ладно. И куда бы? Походу, я выбрал правильную дверь. Что здесь? Прямой проход. Ну, логично, что я вниз просто спрыгну и все. Отлично, все. Мне кажется, что я уже все развил. Полностью развил. Так, осталось только вернуться. Живым. Да, я думаю, мне это не составит труда. И, в принципе, я уже и вернулся. Неужто я сделал это? Давай, давай, я верю, что это... Эти платформы не просто так. Ага. Ага. Хм.
Минуточку. Да ладно. Понимаете, здесь можно... она хотя по 3 только дают, ладно. Ведьма богиня Сорона. Замечу, что на нее атакуют. Что мне? Что дает? Правильно. О, а теперь она атакует, оказывается. Воу. Теперь я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что это? Серьезно? А, так я и так ее достаю. Буду знать. Давай. Воу-воу, в смысле, луч тоже пуляется. Ладненько. Ой-ой-ой. Так, теперь что мы делаем? Смотрите. Меняем фамильяра. Зашибись. А дальше что мы делаем? Фамильяр. Зловещий фамильяр. Это если вдруг на что-то, если вдруг что-то. Так, мечи. Ну, снаряды. Давайте иллюзии. А вот теперь я без понятия, что мы... Ну, как-то... Вот это легкий босс, на самом деле. То есть... Я могу получить проклятие, но я могу там стоять и вообще не получить урона. Изи. На самом деле изи. Это ведьма. В ней было что-то необычное. Что это было? А? Это вы. Прошу прощения, что я не пришел раньше. К счастью, вы и сами можете о себе позаботиться. Хотите ягод? Они восстанавливают энергию и снимают боль. Спасибо. Это будет весьма кстати. Ой, а если это... Хотя... А вдруг это дерьмовые ягоды? Ну как, вкусно? Очень. Откуда они? Из моего личного запаса. Мы такие дома выращиваем. Понятно. Еще раз спасибо.
Сестра Семела, я тут подумала. Та дама, Девор, то, что она сказала. Она... Вкусные ягоды, да? Глупая девица. Фех, фех. Теперь никакие святые вас не защитят. Смерти все равны. А я говорил. Прикиньте, если это концовка. Будет вообще зашибись. Меня траванули ягодами. Тра-ми-ла. Семил-а. Сестра Семила, проснитесь. Моточки нету. Я не знаю, где мы. Не знаю, что случилось. Я хочу выбраться отсюда. Сестра Семила, все будет в порядке, мы вместе. Держи себя в руках, сестра Френ. С того момента, как мы залезли в эту миссию, мне постоянно терзает страх. Я боюсь, что у нас ничего не выйдет. Постоянно беспокоюсь о том, что меня ждет. Я не гожусь для креста Инквизиции. Эта задача не для такой, как я. Но не то, чтобы у меня был выбор. Я понимаю, что мы чувствуете. Я понимаю, что вы чувствуете. И у меня тоже нет выбора. Правда? Понимаете? Спасибо. Неужели у вас нет веры? Многие инквизиторы берутся за меч по собственной воле, чтобы показать свою преданность святым. Они готовы жизнь отдать во имя веры. Но есть те, кого выбирают... Нет, заставляют принимать эту роль в качестве как покаяния. Видимо, вы из последних. Но это не имеет значения, если мы откажемся от возложенной на нас миссии. Священная канцелярия нас казнет. Казнит. Я буду держать себя в руках, мы вместе. Не знаю, что бы я делала, не будь у меня такой соратницы, как вы, сестра Семела. А теперь вам надо найти выход, его не может не быть. На самом деле там... Постойте, меч еще с вами? А на самом деле, если посмотреть, там прутья у нас развалины. Ой, что-то я немного слутил, ладно. Вот и выход. Но я немного... А, подожди, так это этот. Локация зато, помните, с скелетиками. Ой, я боюсь вот это, чтобы не было взрыв... Эй, наверху, пожалуйста, помогите мне. Прошу, я не хочу попасть в рабство. В рабство? Закрыто. Так, прогресс сохранен. Так, камера открыта. А что за кровь? Ну, наверное, уже была, я чуть не заметил ее. Спасибо огромное, что спасли меня. Меня зовут Комфора. Я сестра Анна Френ, а это сестра Семила. Мы из Инквизиции. Прошу, скажите, где мы? Это какая-то тюрьма, но точнее сказать сложно. Меня заперли здесь много дней назад. Женщина, Фрика, вроде бы, она заточила меня и всю мою семью. Хотела продать нас в рабство. Это просто ужасно. Но после прибытия сюда я больше никого не видела. Все, что у меня есть, это ключ. Я его здесь нашла. Ключ? А, что думаете? Будь может, он... Так, нам пригодится? А можно нам на него взглянуть? А, конечно, вот. На нем что-то написано. Ключ от темницы искупления П5У. Может, он подойдет к какому-нибудь из замков? Думаю, нам стоит немного осмотреться. Будьте осторожны, банда воров Фрики все еще где-то здесь. Еще раз спасибо, что спасли меня. Так, я у вас в долгу. Полагаю, мне тоже пора в путь. Береги себя, Комфора.
Так, ну я хочу это 12 где-то. Сестра Самила, держитесь рядом, а мы выберемся из этого подземелья. Мы нужны принцессе. Фамиалы, давайте сразу. Целительный. Так. Слазу, вот этот. Ага. Дальше, что делаем? Предметы. Угу. Обычный металлический ключ, найденный Кефорой. Вероятно, им можно открыть несколько дверей в темнице искупления. Добро. Записки. Архивы. Так, Девор, Альфа, Комфора, Е-15. Кобальт, найденный в подземной камере, жертва работы торговли, которые заманили группу воров. Заманивает группа воров. Как и многие другие кобальты, она борется за то, чтобы однажды ее семья была свободна от людских гонений. Из-за своей внешности кобальты часто становятся жертвами предупреждений, подвергающие насмешками и жестокому обращению. В основном они живут обособленно, но некоторые идут на риск и перебираются в город. Людей в поисках лучшей жизни. Города людей. Так, ну в принципе все, да? Не, ну... О, стоп, а чё у меня по достижениям? Точно. Блять, не то. Записки. Гроза предатель, вы очистили дух сестры Девуара, вы согрели Альму, девочку слизня. Вы очистили душу похившей, видимо. Так, ладно. В принципе, сохраняемся. Я не знаю, давайте, наверное, я думаю... Блин, так 20 все равно минут, я просто в одной и той же локации был. Ладно, гу, немного еще полазим. Пепельный фамиан. Фамиана. Пепельный фимиан. Выпускает поток энергии. Ну, мне кажется, она не очень мощная на самом деле. Мне. Вау. Ага. Так, ну это логично, что я мог туда пойти. Найс. Чисто прыгнул на бомбу. Ну, блин, не знаю. Ну, примерно мы уж с вами поняли, как выглядит локация. Слышите, а я не... Ну... Такое себе... Я хочу сейчас найти это. Обычную. Мне кажется, я обычно не найду, да? Да уж. Сложно. Ну, блин. Го сразу фамиан изменю. Сохранюсь. Сейчас мы с вами сделаем одну вещь. Ну, плевать. Ну,
все равно, сколько ты меня вносишь? Ух ты ж, ё-моё. На, под бомбы лучше их не попадаться. Но здесь только так, на самом деле. Только кувырками. Так, серебряная монета. Целительный фомиан. Ну, это просто улучшен. Я хочу умереть, я хочу умереть. Я хочу... Зачем? Убейте меня. Ну, если я не хочу. Так, предметы. Сейчас попробую меч. Как вам такой трюк, а? А, вот тут уже трюк закончился. Ну, блин, а смысл? Не, я их... Хотя... Так, теперь мне нужно, короче, самый назад вернуться. Она меч кидает? Сохранится, и, наверное, на этом закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.